Всем привет! Меня зовут Алена Вейс, и добро пожаловать на мой канал! И сейчас у нас будет реакция на клип The Boys Breaking Down. Поехали! Включаем. Ой, господи. А почему все так реагируют? Ой, я опять, знаете, смотрелась, но не могу реагировать. Блин, мне... О, господи, мне нравится цвет вот салатовый. Просто супер. Вот они выделяются просто розовыми волосами и салатовыми. Какие движения! Блин, о, это что, Наруто? Вот цвет просто класс! Боже, как его, Юнин, Юнин, напомните, как зовут с розовыми волосами, Юнин, не помню. Как у Юнги это повязка. Мне осталось Юнги это повязка. Ох, какая причесочка. Вот, боже, вот это волосы. Ну, просто с ума не сводит. О, божечки. Боже, еще вот эти линзы голубенькие с этими волосами, это просто идеально. Боже, даже раз он... Ой, извини, пожалуйста, Ню, Ню. Блин, боже, почему я забыла их имена? Реально, я забыла их имена. Ню, 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 да или нет? Напишите, пожалуйста. Вот, короче, я просто с ума схожу. Вот у него салатовые волосы, голубые линзы. И этот взгляд, и это просто, не знаю, самый тут удачный персонаж подобран. Вообще, самый удачный образ подобран. Я просто в шоке. А, напишите в комментарии, какой образ вам больше всего нравится из этого клипа. Напишите, пожалуйста, потому что мне вот он. А хотя... А нет, он. Ой, ну. Пью всегда на сердце, как говорится. О. Ой. Я смотрю, так странно. Этот, ну, как так можно было сделать? Кто придумал такой ему образ? Дайте пожать рукой этому человеку. Вы всегда кей-поперы придумывают образ, а интертейменты забирают. К ним так посмотрел. Вот этот их переход с одного человека на другой, это просто меня убивает. Ну это вот так всегда, просто в сердце. Что все? Да ну. Нет. Ладно. Боже, посмотрите, на нем даже вот эта заставка на нем стоит. Не зря самый удачный образ я заценила. Ну, согласитесь, реально самый удачный образ у него там. Просто шик, блеск, красота. Да-та-та-та-та-та-та. Как говорится, как говорил великий Аристотель. Кстати, отойти, конечно же, я поставлю 10 из 10, но мне чего-то не хватило, знаете, вот у них до этого были такие прям ву, взрыв, красота, а в этот раз взрыв был, но как-то не на 100%, я их просто обожаю, забываюсь, вот, очень, но мне здесь сейчас не хватило чего-то, не хватило какого-то полета, легкости, не знаю, зажгли, да, но мне не хватило, я от них ожидала больше. Напишите в комментариях,
что вы ожидали от них, как вам клип, чей образ вам больше всего понравился. О, боже, салатовые волосы. Так, сейчас я погуглю, кто это, я сейчас тебе напомню, подождите. Где я? О, господи, то был Кевин, которого я назвала Ньютом. Ньюам. Ньюф. Нормально? Я Кевина всегда помню, а тут прям Ню назвала на него. А кто это? А кто-то? Хвай? Что ли? Он же вроде ушел. А тут случайно был не Ню? Это был Ню. То есть, тех, кого я и так знала, я их просто перепутала именами. Так, они обменялись немножечко. Походу, это был Ню. Да? Сейчас опять. Да, походу, да, это Ню. Не, нормально вообще так заводить мне заблуждение? Божечки, пожалуйста, напишите мне в комментарии, это, с салатыми волосами это Ню или не Ню? Походу, это Ню. Ой, господи. Ну, бывает, бывает. У меня с памятью, кстати, в последнее время какие-то проблемки. Может, что-то попить, что-то попить. Не знаю. В общем, моя оценка... Нет, не 10 из 10. Не-не-не. Я бы прям от сердца отрываю. Я хочу им ставить 10, но мне не хватило. Мне не хватило. Они могут лучше. Они могут лучше. Поэтому, блин, мне жалко им ставить меньше. Боже мой, что делать? Ой, мой зайчик. Сколько вам поставить? Давайте 9. Ой, что не так? 9 из 10. Вот, извините, но мне не хватило чего-то драйва по клипу. Клип классный, клип яркий такой, жужу переходы такие, йо-йо-йо, классные. Но вот опять же, мне не хватило от них. Они могут больше, поэтому ждем от них большего. На них не обижаемся ни в коем случае, то, что они мне не угодили. Напишите ваше мнение, угодили ли они вам, ждали ли вы от них чего-то большего, или вас устраивает, может, так сказала, или вас устраивает вообще вот это, что они наделали, или вам, наоборот, нравится этот клип, и поэтому жду вас в комментариях, жду ваше мнение по поводу этого клипа, и какой образ вам больше всего понравился, напишите. И кто у вас без и забойств, напишите комменты. И думаю, все. Спасибо, что посмотрели мое видео. Ставьте лайки, комментируйте. Ставьте колокольчики и подписывайтесь на мой канал. Дальше больше реакций, больше разных видосов. И я вам расскажу, какой секретик очень даже скоро. Поэтому подписывайтесь и следите. Также подписывайтесь на мой инстаграм, который будет в описании. Ссылочка в описании. Поэтому жду вас. Всем спасибо за просмотр, мои войсики. Пока!